бы написано так: творец учит Юсефа 70 языкам. 70 языков. Вот что такое 70 языков? Это все 7 сферот, частей, из которых состоит эгоизм, с которыми он может наполняться. Юсеф – это та сила, которая соединяет, как мы уже говорили, свет с желанием. И поэтому до этого момента, до того, когда он, это свойство, допустим, в человеке, или когда Юсеф приходит к контакту с эгоизмом, нет в нем явного понимания этих свойств, желаний, этой возможности наполнить эгоизм, потому что он в этом не работал. Он все время был в отключении от этого. То есть он не работал в этих 70 этих нет, языках? Нет, не было реализации всего этого. А сейчас, когда есть возможность реализовываться, то, естественно, поскольку он собирающая сфера, собирающая система, которая как в себе, как бы в линзе собирает все предыдущие 7 светов, наполнений, наслаждений, насыщений, то он, естественно, как бы за одну ночь, что ли, да? Ну. То есть за один контакт с фараоном он аккумулирует в себе все эти возможности. Язык – это связь. За один контакт с Творцом? За один контакт... Или все-таки с фараоном? Нет, с фараоном. Он должен почувствовать весь этот эгоизм. Он должен почувствовать, к чему он должен наполняться. Самое главное – это его связь с Творцом у него всегда. Связь с фараоном, она сейчас только восстанавливается. И поэтому сейчас, когда 7 этих предыдущих сферот, о которых он рассказывал, 7 тучных или тощих, находятся в его власти, то он находит общий язык между ним и Малхут, между ним и фараоном. Который раньше был, не существовал. Раньше это все не существовало, не было контакта. Контакты и находятся между Есод и Малхут. Есод – это Юсеф, а Малхут – это фараон. И поэтому мгновенно возникает между ними связь и понимание того, что только Юсеф и может наполнить это огромное желание, которое творяет фараон или Египет.